От селфи в современном мире никуда не деться, однако можно с его помощью познакомить жителей с историей нашего города. Для этого сотрудники городского музея организовали новый конкурс «Я поведу тебя в музей». Нам захотелось привлечь новых друзей в наш музей, чтобы они рассказали о своих любимых экспонатах и, конечно, поддержать любителей нашего городского музея, чтобы они рассказали о тех музейных экспонатах, которые им более нравятся в нашем зале. Планируется, что конкурс будет способствовать популяризации нашего музея в других городах. Люди не попадут в закрытый Саров, однако могут через выложенные в интернете фотографии познакомиться с музейными экспонатами. В конкурсе приглашают принять участие всех горожан. Он будет проходить до середины января следующего года. Условия просты. Участник должен вступить в группу ВКонтакте, которая называется, мы специально назвали «Я поведу тебя в музей», выложить фотографию с хэштегом «Я поведу тебя в музей», не более 5 штук от одного человека. Желательно, чтобы на этих фотографиях был взрослый человек или ребенок на фоне экспоната. Сфотографироваться можно с экспонатами как постоянных коллекций, так и новых выставок. Небольшие временные экспозиции меняются каждый месяц. В выставочном зале новые выставки организуют несколько раз в год. А остальные залы – это уже традиционные залы музея. Они просто в течение года, но иногда обновляются, дополняются какой-то информацией, проходит небольшая замена. Итоги конкурса подведут 15 января 2020 года с помощью программы «Рандома». Всего будет один победитель и 2 призера. Они получат памятные призы. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.